Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такой вот барабан. Пробовал я разные цвета. Голубой, серый, мокко. В общем, можно использовать любые другие цвета. Для его изготовления нам понадобится 3 260 шарика, 2 на вот эти кольца, и один на вот это сшивание. Один 160 на палочки. И 2 девятки для вот этой внутренней части. Также ненужная ШДМ-ка. И для завязывания лучше взять кусочек белого шарика. Еще тесемка, вот это вот, и, пожалуй, все. Ну что ж, давайте начнем. Итак, растягиваем шарики и сначала сделаем кольца. Надуваем на 60 сантиметров. В пальцах это 8 пальцев. Завязываем ближе к колечку, подвигаем воздух и делаем пузырь на 8 сантиметров или чуть больше 4 пальцев. Делаем мягкий пузырек. И пинч. Делаем малюсенький пузырек, мягкий, и тоже скручиваем его в пинч. То есть получился один пинч побольше, другой совсем маленький. И снова делаем большой пузырь на 8 сантиметров, круглый мягкий пузырек, скручиваем его в пинч, мягкий малюсенький, скручиваем его также в пинч. И таких вот сегментов нужно сделать 6 штук. Здесь вот я тоже немножко поджимаю, чтобы шарик был более мягким и не порвался. И остался последний сегмент. Шестой. Последние пинчики. Пускаем. Остаток. Матываем хвостик и связываем в кольцо. Здесь держим за узелок и вытягиваем колечко. Приматываем сюда. И можно еще сделать вот так вот.
закруглить немножко вот эти вот все пузырьки, чтобы кольцо было более круглым. И точно такое же кольцо делаем из второго шарика. Итак, вот мы сделали два кольца. Теперь будем их сшивать. Для этого берем третий шарик и надуваем уже побольше на 80 сантиметров. А в пальцах это где-то 5 пальцев. Приматываем пинчику. И делаем пузыри на 6-6,5 сантиметров. Как это можно померить? Ну, скажем, 3 пальца от края. Если точно, то вот 6,5. И берем второе кольцо и перематываем, как бы перекидываем через него, делаем следующий, перекидываем через пинч, делаем следующий пузырь, перекидываем через пинч на первом кольце. Так зигзагом идем по кругу, стараясь, чтобы вот эта скрутка была поближе к вот этому, вот этой скрутке. То есть как бы раздвигать надо и вот так вот перекатыванием вставлять. Мы пройдем сейчас не до конца, оставим участок для того, чтобы вставить середину. Скажем, вот столько. То есть осталось еще 1, 2, 3, 4. Пока оставим это и будем делать середину. Возьмем 2 белых девятки, возьмем ненужную шедемку, складываем ее пополам, вот так вот делаем. На конце узел, еще один, чтобы он был более таким крупным. Хвостик отрежем и вставляем в шарик. Теперь совмещаем узелок вот с этим уплотнением наверху. То есть это макушка. Ее можно
заметить. И берем обрезок шденки и привязываем вот так вот, затягиваем, завязываем еще раз. Теперь берем второй шарик и внутрь его кладем первый. Так вот. Здесь тоже можно совместить узелок с макушкой. И придерживая вот эти хвостики, надуваем. Спускаем чуть-чуть, чтобы он был чуть-чуть больше, чем вот этот внутренний диаметр барабана. Но не слишком большим. И вытягиваем их, эти хвостики, так, чтобы этот шарик стал более плоским. Перекручиваем. Берем один хвостик, обматываем и вот сюда вот эту петлю продеваем. Все. Можно еще завязать на всякий случай. И отрезать. Получилась вот такая вот, такой вот плоский шарик. Вставляем его вот сюда. Зашиваем оставшиеся стежки оставшимися стежками. Так, остался последний стежок, лишнее пускаем, делаем последний пузырь, приматываем. Поправляем все. Вот эти пинчи поправляем так, чтобы они располагались вертикально. По всему периметру.
Вот здесь видно, что синий шарик просвечивает. Если бы мы сделали белым, то этого не было бы видно. Так, сделаем палочки. Берем 160, разделим его пополам. Надуем. Вот так вот. И на конце сделаем такую вот помпошку. Подровняем. Можно эту помпошку вот так вот еще завязать. Чтобы отрезать хвостик. Так. Вот. Палочка одна готова. Делаем вторую. Так. И еще возьмем ленточку. И примотаем концы. Так, вот остается взять флаг в руки, барабан на шею и на парад. Всем спасибо за внимание и до свидания.